Здравствуйте! В эфире канала ОТВ, передача «Один совет» и я ее ведущая Мила Тарасевич. Сегодня я расскажу вам о удивительном месте, там, где происходят волшебные перемены, о салоне красоты «Мадам Рекамье». Вы узнаете все о таком предложении, как процедура в 4 руки. Получите различные советы по предоставляемым в салоне услугам. Как всегда, будет очень интересно. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Совсем недавно этот роскошный салон приобрел новый дом. Это место, где создается ваш великолепный образ. Специалисты салона красоты «Мадам Рекамье» окунут вас в мир красоты, уюта, комфорта и совершенства. В салоне вы всегда сможете обрести новый образ и стать еще красивее. Уютный интерьер и теплый прием даст вам возможность почувствовать себя как дома. А высококвалифицированная команда мастеров и стилистов сделает все, чтобы вы остались довольны собой и предоставляемыми здесь услугами. Как проходило новоселье, которое совпало с днем рождения салона, все внимание на экран. Обретая новый дом, мы всегда надеемся на то, что он будет гораздо лучше прежнего места. Так и случилось с одинцовским салоном красоты «Мадам Рекамье». Несмотря на уже зарекомендовавшее себя за 7 лет заведение красоты, его основатели очень хотели перемен. Важно никогда не останавливаться на достигнутом. И вот он, новый дом. Новое место творения, волшебства и грандиозных перемен. Оксана, ну мы вас для начала, прежде всего, хотим поздравить с открытием, да, с вашим новым местом, новой площадкой. Будем надеяться, что у вас будут только благодарные клиенты. Расскажите, пожалуйста, как долго вы ждали этого события? Во-первых, это событие как бы приурочено еще ко дню рождения. Мало того, что мы приобрели новое место, и плюс еще у нас сегодня день рождения салона. Нам 7 лет. По вашему мнению, чем вы отличаетесь от других салонов красоты? Сильной командой стилистов, приятной атмосферы и ряда процедур, которых нет в других салонах. Какие услуги сейчас пользуются все-таки наибольшей популярностью? Наибольшей популярностью пользуются успехом процедуры в 4 руки. Мы экономим время клиента, то есть, допустим, клиент приходит на укладку, параллельно ему делают маникюр. Либо он у косметолога, параллельно ему делают массаж рук. Салон красоты «Мадам Рекамье» – это место для настоящих ценителей красоты. Здесь постарались создать настоящий оазис красоты и здоровья, где каждому клиенту предлагается ассортимент высококачественных услуг, выполненных мастерами. Открылись мы в 2009 году, и салон сразу приобрел популярность благодаря высокому качеству обслуживания, очень сильной команде стилистов. За прошедшее время у нас появились постоянные клиенты. Клиенты уже перешли в ранг друзей, так скажем. Многие клиенты у нас уже друзья. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что посещение салона красоты – это не только регулярные процедуры, но и процесс живого общения. Клиенты приходят иногда к нам, просто вот забегут попить чашечку кофе, пообщаться, спросить, как у нас дела. Оксан, поскольку у меня передача называется «Один совет», вы все-таки как директор салона красоты, почему вы советуете посещать именно салоны красоты, нежели чем домашние какие-то услуги, да, которые люди могут производить именно дома? Я советую посещать салоны красоты по той простой причине, что ряд процедур невозможно провести дома. Это, допустим, поход к косметологу. Да, конечно, мы можем дома там сделать какие-то маски, какие-то там уходы себе, но это не профессионально. Да, это поддержка, так скажем. Если, допустим, человек посещает салон красоты, специалист рекомендует ему домашний уход. Вот в таком случае, конечно, да. Салон с 2009 года работает на рынке индустрии красоты. За это время они приобрели много хороших и верных друзей в лице клиентов. Здесь вам всегда рады предложить европейский уровень сервиса. Приятная обстановка, дружелюбный коллектив и, главное, удовлетворение от проделанной работы заставит вас возвращаться сюда снова и снова. Узнав о ситуации, которая сложилась, мне просто захотелось помочь. Помочь создать то, чего никогда ни у кого не было. И зная ситуацию, вот то, что тяжело, там еще что-либо, там проблемы какие-то, максимально хотелось их удалить. При этом оставив имя все-таки, это «Мадам Рекамье». Почему? Потому что мы действительно шли все и идем. «Мадам Рекамье». Мы идем к этим людям. Но я не захотела оставить старое. Просто не захотела. Я оставила имя и предложила другой вариант. Было времени мало просто из лофта создать что-то такое, чтобы людей удивляло. Людям было интересно. И вам это удалось?
хотел зачаровать, я вам скажу так, то есть сочетать несочетаемое. Знаете, как говорят, вот театр начинается с вешалки, а хороший салон, дорогой салон, дорогими мастерами салон, не дорогой, а дорогими мастерами салон, должен начинаться с зеркал. Поэтому акцент здесь был сделан на зеркала. Оставить классику как таковую чуть-чуть оставили, чуть-чуть. Подчеркнуть имя и, в принципе, слово «салон», как у Рекамье, очень хочу пожелать. Вот те эмоции, которые они испытали, и страх. И знаете как, они же ничего не знали, что здесь будет. Вообще ничего не знали, ни картинок, ничего не было. Ну, когда они сюда заходили, это как все? Я говорю, я пока не знаю. Потом все увидим. Я говорю, я вам обещала, что будет так, что такого салона больше не будет. Мы видим, что здесь проделана на самом деле колоссальная работа, да, и по ремонту, и по интерьеру. Наверняка вы хотели бы сказать несколько слов благодарности вашим партнерам, которые приняли в этом непосредственное участие. Я хочу выразить огромную благодарность Ромашкиной Ольге, Стебнецкому Александру, компании «Тепломастер» за то, что помогли нам воплотить всю эту красоту в реальность за безумно сжатые сроки. День открытия, который, кстати, оказался и днем рождения, приятным бонусом оказалась презентация марки «G Beverly Hills». Специалисты салона рады предложить вам только профессиональные средства по уходу за волосами. Для своих клиентов они выбирают только самое лучшее. Мы сегодня в салоне «Мадам Рекамье» представляем эту марку. Она здесь является новинкой в салоне. Мы представляем уходы. Это косметика, создана в Америке, в Голливуде. Полностью на основе натуральных растительных ингредиентов. Не содержит сульфатов и парабенов. Это, наверное, масочки, да, какие-то уходовые? Да, это шампуни, кондиционеры, маски, стайлинговые средства. Сегодня при покупке продукции каждый клиент получает приятный сюрприз от компании. Очень часто специалисты в области красоты спрашивают, почему салон называется именно «Мадам Рекамье». Ответ на этот интересующий вопрос дает сама директор Оксана. У вас такое вот интересное, красивое и созвучное название салона красоты «Мадам Рекамье». Расскажите, пожалуйста, почему именно так вы решили назвать салон? На самом деле, это, наверное, самый распространенный вопрос. Клиенты очень часто задают, почему именно «Мадам Рекамье». «Мадам Рекамье» она олицетворяет хороший вкус, образованность, красавица 19 века, сводившая с ума мужчин. Так сказать, светская львица того времени. Мы решили назвать именно так, предположив, что наш салон будет более успешным. Мы перенесли ту эпоху в стиле. Ну и мы же дарим красоту. Мадам Рекамье – это прежде всего олицетворение соблазна и музы. Все в интерьере нового места продумано до мелочей. Изящные статуэтки, большие красивые зеркала в золотом бархате, роскошная царская люстра. Все это напоминает нам о 19 веке. Сегодня у нас 7 лет, день рождения салона и плюс открытие нового салона. Вот, я бы хотел пожелать любимым, уважаемым клиентам мира, добра и любви и всегда ходить красивыми, неотразимыми. У нас прошла зима, сейчас наступила весна, и наверняка волосы требуют особенного ухода. Вот вы как мастер, да, как стилист, что бы вы посоветовали, какой уход? Я бы хотел посоветовать клиентам. Увлажняющая процедура, восстанавливающая процедура. И, кстати, мы работаем очень в хороших косметиках. Лейбл, Лореаль, Кидра. И я бы хотел предложить одну из ухаживающих процедур. Лореаль Профайбер. А что она в себя включает? Он очень хорошо выравнивает текстуру волос, увлажняет, уплотняет и придает эластичность, зеркальный блеск. И плюс такой здоровый, ухоженный вид. Эта процедура хватает на 2 месяца. То есть все 2 месяца волосы будут выглядеть здоровыми, очень ухоженными? Ухоженными и просто как шелк. Мы всегда будем рады нашим клиентам, нашим гостям. Ну, наверняка, как встречать постоянным, так и новым. Да, так и новым. И мы надеемся, что у нас клиентов будет еще больше.
7 лет, казалось бы, ни много и ни мало. За это время произошло становление салона и его статуса. Нельзя не упомянуть и о том, что мадам Рекамье участвовали в нашумевшем и известном телевизионном шоу «Битва салонов». Мы участвовали в проекте «Битва салонов», заняли второе место. Я считаю, что это очень достойно, потому что мы соревновались с салонами Москвы. Мы результатом довольны, и появилось больше клиентов. Нам стали чаще звонить и говорить: «Ой, мы вас видели на телевидении, как здорово». Наших мастеров узнают в магазинах, на улицах. Задумка оправдала все свои ожидания. Домашняя атмосфера и уют – это как раз то, что так необходимо при посещении любого салона. Для профессионалов мадам Рекамье очень важно не только предоставлять качественные услуги, но и внимание, забота и положительные эмоции, которые они всегда готовы дарить своим клиентам. Как давно вы познакомились с этим салоном? Ой, я даже не назову точную дату, у меня очень давний клиент этого салона. Что можете хорошее сказать? Вот сегодня у них такой знаменательный день. Только хорошее. Мне глубоко импонирует профессионализм команды, которая здесь работает, их доброжелательность, их компетентность, их деликатность. Чудесная команда совершенно. Сегодня у них новоселье. Я их поздравляю с приездом в это замечательное помещение. Желаю им творческих успехов, всяческих человеческих радостей. И, в общем-то, пускай они процветают. Понятное дело, что быть идеальными для всех невозможно. Но те старания, которые были вложены в новое место, не заметить нельзя. Хорошо, если многие назовут салон идеальным. Но для представителей салона, как и для самой хозяйки, куда важнее, чтобы вы сказали: «Это мой салон». У нас при салоне открыт бутик итальянской одежды. И наши клиенты могут завершить образ уже там. В этом также поможет опытный стилист и имиджмейкер Инна. Запоминайте адрес: город Одинцово, улица Чикина, 12, вход с торца. То место, где вам всегда рады. Не бойтесь перемен, меняйтесь. Тем более, что с салоном красоты мадам Рекамье эти перемены будут только к лучшему. Вы смотрели программу «Один совет». В следующий раз мы встретимся через 2 недели, и вы узнаете еще больше полезных советов от специалистов нашего родного города. С вами была Мила Тарасевич. Желаю вам отличного настроения, всегда оставаться красивыми, и до новых встреч!